К студенческой весне мы уже привыкли, а вот школьная возникла сравнительно недавно. В прошлом году Ставрополь принял Всероссийский фестиваль школьников. В этом году история повторяется. Но для начала заряжаемся энергией, поем и выбираем профессию на Александровской площади Ставрополя. Там открыли фестивальный городок, где желающие познакомились с деятельностью движения первых, а еще попробовали себя в новой роли. Обязательно первым делом спрашивают, определился ли человек с профессией, либо работает ли уже. Если уже определился, мы предлагаем перейти к нашей замечательной, к нашему замечательному стенду, где мы уже обводим навыки, которые присущи этому человеку. После чего переходим к нашей азбуке профессий. И бывает так, что ребята вдруг решают, что они хотят поменять профессию, определяются с нашими проектами, вступают в них, ищут себя в новой сфере жизни. Вы пришли, я смотрю, к знанию законодательства. Да, у меня пятерка по обществознанию, особенно по конституции. Я очень люблю законодательство. Может, даже юристом стану. Прекрасно. А вы откуда? Я из Волгограда. В этом году на фестиваль приехали более 1200 участников из разных уголков России, чтобы представить свои таланты перед жюри в 7 направлениях. Кузбасс! Кузбасс! Самая дружная команда, видимо. А что вы представляете? А мы все подряд. Художественное слово, песни, пляски. Прекрасно. В общем, очень творческие люди. Конечно. Мы из Запорожской области. Долго ехали? Да, целые сутки почти. Почти сутки, 16 часов. Как настроение? Отлично. Мы заряжены по полной. Матушка. Клевая, хоть мы здесь и 5 минут. Вы откуда? Иркутская область! Я безумно горд за наш регион, потому что у нас собралась буквально вся страна. И мы принимаем таких классных ребят и готовы им показать, что такое школьная весна. Мы из Санкт-Петербурга. Ничего себе, какие у вас красивые футболки. Да, это наш питерский мерч. Настроение класс, очень тепло, очень душевно и очень крутая. Открытие школьной весны проходило в самом сердце краевой столицы, на площади Ленина. Перед участниками выступили ставропольские артисты и даже нейросети. У нас загрузка полного знания занимает всего 5 минут. Я тоже так подумал. Но потом, знаешь, они общались. Видели друг друга не цифровых, а настоящих. Организаторы фестиваля, правительство Ставропольского края, общероссийское движение первых, а также Российский союз молодежи. Многие регионы хотят принимать всероссийские фестивали. В этом году у нас мы открываем череду всероссийских фестивалей школьной весной. Конечно же, мы являемся участниками большой повестки федеральной, которая говорит о том, что сегодня очень важно работать с молодежью, работать с детьми. Я уверен, что им будут работать детских садиков, вовлекать их в ту часть патриотически настроенных взрослых людей, которые могут передать любовь к родине. Ставрополье – это уже традиционное место, где проводятся разного рода творческие фестивали. Школьная весна, студенческая весна. Поэтому на самом деле мы сегодня здесь, потому что здесь большие традиции и с организационной точки зрения. И действительно все знают, что нужно ехать в Ставрополь вот, каждый год на такое большое событие. Зарядились позитивом на фестивале Кристина Бородюк и Павел Селиверстов. Ставропольское телевидение.